Макияж для восточной женщины имеет огромное значение, особенно макияж глаз. И далеко не все средства декоративной косметики подходят для него. Faberlic выпустил линейку косметики «Халяль» с маслом черного тмина. В нее вошли тушь для бровей с усьмой и маслом черного тмина цвет пепельно-коричневый, масло миндаля и черного тмина для питания ногтей и кутикулы, бальзам для губ с маслом черного тмина с ароматом горького шоколада и апельсина для быстрого заживления губ, и кохоль каял – традиционное восточное средство для макияжа глаз и ухода за ресницами. С маслом шиповника, миндаля, касторового масла и витамина Е. Кохоль каял отвечает всем требованиям восточного макияжа. Имеет повышенную стойкость, плавно наносится, создавая четкий контур, имеет супер насыщенный цвет и подходит для прокрашивания слизистой, а также стимулирует рост ресниц. Карандаш легко заточить косметической точилкой и в цветовой гамме присутствует 4 цвета. В своем сегодняшнем макияже я сделала стрелки и прокрасила слизистую глаза кохоль каялом цвета «Арабская ночь» матовый. А завершила я свой макияж нанесением нежного и сладкого бальзама для губ с маслом черного тмина. «Халяль» – это макияж со знаком качества. Ну что, получилось передать атмосферу Востока?